Да, я прошел. Смотри-ка, патроны дали на максималку, блин. Так, что у нас здесь? Что это было? Ты откуда выпал, братан? С какого этажа-то? Или с какой норы? Интересно. Что опять? Мне нравится мне вся эта фигня, если честно. По этим пещерам тут. Чем надо выбираться? Выбираться надо отсюда. Туда это куда? Скорее, рядовой. Уже бегу, бегу, мэм. Ты рычишь, сука. О-о-о-о-о-о. Да пошел ты. Да что вы говорите, а? Так, а он здесь не залазит, а? Значит, надо еще выше подниматься. Значит, пойдем еще выше. Правда, непонятно, куда еще выше, как выше подняться. Так, где-то надо проход искать. Да, это было и так понятно, что сюда точно он не заберется. Так, а как туда-то попасть? Где-то должен быть проход. А.
Под низом, что ли? Ну да. Все, прибыли мы в пирамиду эту. Похоже, людей Вейланда интересовали руины. Осторожнее. Корпорация могла направить сюда боевых андроидов. Естественно, мэм. Так, окей, вот они, андроиды. Открываем. Так, что мы делаем? Дождаться, пока обход системы произойдет. Так, спина. Ну, уроды, давай. Больно, сука. Следующий. Так, отлично. Вот мы и попали. Территория враг, пресечь вторжение. Вейланд Ютани. Был снайперку брать. Может быть, и так обойдемся. Чё ты там застрял-то? Я думаю, что здесь скоро должен объявиться предейтор. На. Больше чем уверен. Стрелялся. Андроид. О, проснулся. Спящий режим, что ли, у тебя был активирован? Ой. Похоже, вам придется немного полазить. Уверена? Ну хорошо, полазим. Так уж и быть. Что у них за волына-то? Снайперка, что ли? А, ну да, они все со снайперками. Так, мы полазим, а дальше что? Еще наши морпехи лежат. Так, ну ладно, а куда идти-то? Угу. Бесть, походу, был предейтор. Раз он так вмял. Очень хорошо. Так, погоди. Полазь, в смысле, надо было залезть туда, что ли? Или что? А-а-а. Так вот. Ребят, здорово. Как ты тут оказался? Да хер его знает. Как нельзя кстати, рядовой. Угу. Андроиды, невидимые снайперы, жуткие твари. Добро пожаловать в армию. Парень, вон там для тебя припасен пулемет. Хватай, сейчас к нам пожалуют гости. Хорошо. Еще самонаводящийся, да?
Я на КД, ребят, прикройте. Сильно не торопитесь, ребят. Окей, прикрываю. На КД. Не снижаем бдительности. Забраться у катера. Десант, не расслабляемся. Да я не расслаблялся еще. Хороший, кстати, пулеметик. Такой бы всегда бы иметь бы с самонаводящимися патронами. Аккуратней. Что мать вашу, это я в курсе. А где второй? Погиб, что ли? Блин. Карл, как мы его потеряли-то, мэм? Вроде стараюсь тут всех убивать. Подождите, мэм, патроны надо взять. Ага, хер там, это не те патроны. Ну то у нас, кстати, челнок, наверное, который разбился. Блин, как жалко, парня потеряли. Уж не знаю ли. А, то есть вот так, да? Натербишь десантный катер, отлично. Блин, сука. Может быть, их под криптум теряешь? Да иди ты нахрен, блин. О! Я не знаю, может они по скрипту погибают. Но я, блин, старался как мог. Мы ничего не смогли сделать. Мы оставили двоих охранять и пошли искать ее. Неужели? Ага. Черт. Они тоже погибли? Пошли. Да, брат. Я старался как мог им помочь. Блин, ну может быть их можно было спасти, но я не знаю, ну... Я думаю, что вряд ли. Так, куда идти-то? Здесь что? А, просто руины. Пойдем, братан. Господи, это хищник, что ли? Черт, куда он делся? Что это вообще за тварь? Знакомься, это Предейтор. Похоже, остались только мы с тобой. Действуем так. Прикрывай меня, а я прикрою тебя. Разумный ход. Но не факт, что мы с тобой
вывезем его. Плевун. Да я ее не снижал, а только и повысил. Они нас убьют. Не ссы. Десант, не расслабляемся. Ёб твою мать. Да подожди ты еще умирать. Десант, не расслабляемся. Убить, ублюдка. Не снижаем бдительности. Вы слышали? Не расслабляемся. Сколько там этих тварей? Да я откуда знаю. Я думаю, достаточно. Надо его найти. Что там было? Ну что там было? Ксеноморф, ёб твою мать, что там было-то? Рычит, сука, так. Снижаем бдительности. Спина. На кусочки. Ну все. Нам конец. Да не ссы ты, справимся. Десант, не расслабляемся. Всегда готов. Это не ключи для предейтера. Так, и что нам тут делать-то? Найти текилу. Ну, текила обычно в магазине продается. Чувак. Как они вообще здесь оказались? Да не важно, как они оказались, важно, что нам с тобой надо сделать. Я вот бегаю, время свое трачу вот. И понять не могу, что мне надо сделать.
Ни хрена не пойму. Надо как-то наверх подняться, а как, я не понимаю пока. Ну что, что-нибудь будем делать, нет? А, вот он, проход-то. Фигня какая-то. Я думаю, сейчас, по-моему, тут предатор объявится. Указатель цели должен помочь вам не сбиться с пути. Твою мать! Сука! Блядь! Скриптованная тема это. Естественно. Никто не сомневался. Так. Ну что, теперь придется обороняться? Или нет? А, вот так вот, да? Вай-вай-вай-вай-вай, вот она, арена. Это арена. Прошу любить и жаловать. Я хер его сать, живой нет, блин, решил проверить. Это должен быть он здесь. По-моему, когда он так вот идет, он появляется где-то. Вроде как. Я могу и ошибаться. Выкинул меня под чужого. Я не помню, мы сейчас, по-моему, с ним драться будем. Или мне кажется. Я не помню. Ну, вряд ли ты меня бы заварил бы, блин. Просто пока не подошел бы вплотную, бы убил бы меня. Одежда, насколько я помню, еще ксеноморф, по-моему, будет самый крутой. Вроде как здесь такая битва будет. Хищник-то лупень. Вообще, он бы я спустился, просто меня порвал бы и все. Какой-то дурачок какой-то бегает. Клоун, самый натуральный, просто дурачок вот. Какая-то битва с ним, если честно, ну, стрёмная прям.
Я говорю, вот он бы спустился, как в первой части, да, вот там, помните, вот это, Predator, да, который оригинал. Или даже был бы Predator, что меня просто бы убил бы, подошел бы к ней прям вплотную бы, прям я насадил бы на свои два клинка бы, и я бы сдох бы. Но вместо этого он что-то какую-то херню исполняет. Дурачок, самый натуральный. Ну где ты, давай. А вот что я требовал, да вот. А, нет, это вот так, да? Я тут, оказывается... Так, ну тогда ладно, давай. Ах ты ж. Ну где ты там, товарищ? Ну где ты, урод? Эй! Ой. Красавчик. Может быть, мэм. Вообще, человек, который завалил Predator, это просто неприкосновенное будет, я бы сказал бы, лицо. Чем реально. Если прекрасно помните, да? Во второй части. Когда детектив его убил, Predator, все остальные его просто, так сказать, приняли и отпустили. Приняв его то, что он действительно истинный воин человечества, который уничтожил такого сверхъестественного монстра. Обыскать кабину. Текила, не может быть она жива, она скорее всего уже под этим, под воздействием. Хотя не факт, может быть она ксеноморфами, а может быть и чужими утащена, неважно. Разберемся. Это же корабль. Я проглядел этих товарищей. Что-то я проглядел. Господи, да? Твою мать. На стенки смотреть внимательней. Кто? Блять. Грудолом, сука.
Жаль, ребята, вас. Да блин, опять эта кислота. Мать твою. Твою мать. Уверена? Колонист, что ли? Я ваш друг. Я помогу. Звучит заманчиво. Пойдем, Текила. Пойдем. Ну что, мэм? Симпатяшка ты наша. Я не знаю, вывезем мы с тобой, нет? Уходим отсюда. Я понял. Ага. Давай надо уходить отсюда. Мэм, Текила. Так значит, больше никто из наших не выжил. Нет. Наверное. Ну а что я сделаю? Надеюсь, и ты выживешь. Я, кстати, не помню твою историю. Но постараемся тебя довести. Пойдем, Текила. Если не провалишься. Вроде нет. Я тебя не называл капралом. Просто Текила. Гости. Я просчитала ваш маршрут. Смотрите на указатель цели. Курсант, почему она говорит так отлично? Не знаю. Пошли. Пойдем, 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 пойдем. Ты готова? Не нравится мне вся эта херня. Да ты из чего, сука, сделан? Текила, готовься!
Твой дом взорвется. Давай, иди сюда. Сука. Готовься. Просто жесть. Пойдем, текила, пойдем. Я открою дверь. Давай, я пока прикрою. А ты разве офицер? Не помню, чтобы ты была офицером. По званию, ты же капрал. Это не офицерский состав, мэм. Капрал от лейтенантов идут только. Даже в американской армии. Всем, ребят, спасибо. Всем удачи, берегите себя.